Звездный десант в Хасавюрте и Казбековском районе. Чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе провели мастер-классы. Именитые спортсмены показали свои коронные приемы, ответили на вопросы и дали напутствие молодежи. Обо всем по порядку расскажет Курбан Рагимов. Смотри, я вот прошел боковую ногу, вот сюда. И он оттягивает сюда. Вот смотри, я просто взял его руку вот так и сел на выстрел. И все. Финал чемпионата мира. Вот так Абдулрашид Садулаев год назад положил на лопатки американца Кайла Снайдера. Приемы первого года обучения пригодятся даже на самых крупных турнирах. Поэтому, рекомендует чемпиону, борец должен свободно владеть богатым техническим арсеналом. На ковре большую роль играет и умение переиграть соперника. Захожу вот так, захожу, и он оттягивает. Сразу. Дергаю вот, чтоб шагнул, видим, шагает сюда. Любому делает он. И на чемпионатах мира и Европы. Некоторые из этих приемов юноши знают не хуже своих именитых гостей. Но одно присутствие чемпионов на тренировке – это огромный стимул и мотивация. В Хасавюрте уже вторую неделю проходят сборы. В северную столицу съехали спортсмены из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья. На выходных они выступят на первом всероссийском турнире «Битва за тренера». И местные ребята приходили. 130-140 человек. Такого количества ребят я никогда не видел ни на одном сборе вот, по юношам, сколько вот третий-четвертый год работаю. Вот такое мероприятие, и все тренера довольны, и с других регионов, и собираются каждый год ехать, потому что куда ехать, если не в Дагестан, тем более по этим возрастам у нас один крепче другого, эти ребятишки, и это под впечатлением все тренера, кто-то первый раз в республике, удивлен нашим гостеприимством. Здесь вообще отлично, здесь я приехал из-за того, что здесь школа борьбы намного лучше. В принципе, все нормально, все устраивает. Еда, все на высшем уровне. Вот тренировки тоже на высшем уровне идут. Больше всего, что здесь понравилось? Ну, здесь тренировки, скорее всего. Здесь мастер-класс показывают каждый раз. То есть да. Таких звезд не каждый день увидишь, да? Да, не каждый день. Тем более в Бурятии. Ну, у нас есть там Богомоев, Жирбаев, но таких олимпийских чемпионов уже нет. Завершив тренировку в Хасавюрте, звездный десант отправился в соседний Казбековский район. Приезд чемпионов вызвал в селе Калининаул большой ажиотаж. Спортзал заполнен до отказа. Таких гостей дети даже увидеть не мечтали. Юные вольники сполна воспользовались редким шансом пообщаться с чемпионами и внимательно следили за каждым их движением. Вот руку отключили, да? Нагружаете, руку поднимаете. Занятия в этом зале проходят в две смены. Всего тренируется около 100 детей. Условия, конечно, оставляют желать лучшего, но именно здесь закалялся чемпион Европы и призер мира Ахмед Гаджимагомедов. В честь самого титулованного борца этой местности уже строится современный спорткомплекс. Инициатива принадлежала молодежи. Сельчане общими усилиями подняли стены и приступают к внутренним работам. Решение тоже приняли с главой вместе с имамом, с активом молодежи собрались и приняли решение построить это, так как у нас действующий зал, он сейчас что-то такой маленький. Вся эта огражденная территория, это вся территория принадлежит залу. Будет беговая дорожка? Да, беговая дорожка будет кругом, беговая дорожка, вот все моменты для кроссфита моменты будут. Ну, такой спорткомплекс хороший хотим построить. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт, Калининаул.